Минздрав Чувашии предупреждает, выбор профессии – очень ответственный шаг. Особенно для тех, кто решил связать свою жизнь с врачеванием. В год Человека труда работники здравоохранения запускают новый проект «Медицина. Мое призвание». Едва ли не самые популярные в нашем обществе. Мы искренне благодарим их за труд и столь же искренне негодуем, когда приходится ждать их помощи. Мы не любим лечиться, но когда что-то случается, уповаем на медиков, как на богов. Впрочем, врачевание и есть промысел Божий. Рассказ о выдающихся целителях решили начать с тех, кто ежедневно совершает подвиг во имя жизни, помогает человеку родиться. Уже завтра в программе «Республика» сюжет о буднях перинатального центра.